Друзья, вы уже слышали у нас на канале такое сочетание, как пур-клей, да? Я думаю, что многие из вас уже понимают, что это такое, но сейчас наступил такой очень интересный момент. Мы можем продемонстрировать реально на практике при взаимодействии с водой, чем отличается клей EVA, по-разному его называют, от полиуретанового клея, да, на клей на детальке, да, прям. Да, давай продемонстрируем, это очень интересно. Так. То есть мы прямо опускаем. Да, вот так вот мы его кинули раз, кинули два. А вы уже проводили подобные? Конечно. Да? Мы на постоянной основе показываем нашим клиентам о том, просто когда человек приходит, и мы показываем ему кухню, и он сравнивает нас с другими компаниями, да, визуально непонятно, чем отличается пур-клей от EVA, и для того, чтобы... Это как раз то уникальное торговое преимущество, которое можно продемонстрировать. И наши менеджеры это делают. Проверяем результаты эксперимента, друзья. Так, что, есть разница? Нет? Конечно, давайте посмотрим. Так, смотрим. Значит, с чего начнем? ДСП, да? Павел. Открываем. Где там наши? Это EVA. Угу. Вот. Сейчас мне, чтобы взять, заснять. EVA. Сейчас сфокусируюсь. Вот так. За сколько тут? За полтора часа примерно, да? Угу. Вот результат. А это второй образец. Павел может рассказать про пур и EVA. Он эксперт в этом, в кромке, во всем. Ну, пур-клей – это тот клей, который при взаимодействии с воздухом превращается в стекло. Тем самым получается максимально герметичное скрепление, да, то есть и минимальный шов. Ну, также он, в принципе, он в одной линейке стоит с лазерным или эйр-карамлением. В принципе, эффективность, качество карамления и то есть кромки такой же. Но если лазер дороже, наверное, немного меньше клеевой шов, потому что там подплавляется сама кромка и максимально плотно прислоняется к заготовке. Но есть минусы, что кромки, то есть, которые можно на лазере хранить, ее надо привозить именно с завода, и выбор по декорам ее меньше. А на пур можно хранить, в принципе, любой декор. Саша, что на пуре, да? Да. Просто пытаюсь найти с какого... Ну, вот вроде здесь, да? Откуда, да? Лицо. Вот Павел нам предложил оторвать вот эту кромку, принес свой фасад прямиком из Пензы, да? Еще холодненький, да? Да. Давай попробуем оторвать. Можно комментарий сразу, что мы режем? Мы пытаемся крамление на пур-клей. Ну, просто пур тоже разный. Клея бывают разные, да. И степень их схватывания даже разная. Еще зависит, наверное, от толщины. Вот здесь вообще даже зацепиться. Магия какая-то. Слушай, ну плохой фасад, видишь, у меня такой. Ну поэтому приехали сюда научиться, как делать правильно. И оставь.